О, это так важно. Потому что... Ну, хотя бы знать, что есть кто-то. А то плюсики горят. Я не понимаю отлично, есть кто-то или нет. А ты наведи на плюсики, нажми, там вылезет строка такая, мы там перечислим. Только... Да, нажимать. Да. Ну что, начнем с Террорист Ханта, но со сложного, реалистик. Какой, хард или реалистик, что будем? Реалист, реалист, там два абсолютно. Поехали, короче. Так, и чё у вас, чё-то у вас нихуя не соединяет ко мне. А, оп, соединил, отлично. Одного не хватает. Все, зашел, отлично. Голубая команда готова. Ну да. Сейчас будет голубизна по крышам. А все играют новичком или кто-то уже перса открыл? Ну я третий уровень там играл, тренировался. Германия. Я тоже третий уровень. За этого узбека русского. Да, узбека русского. Че, серьезно, он узбек? Его лезут, давайте. Его там как-то зовут еще. Так, все, готов. Че, взять щит или пулемет? Срать. Вращал вопрос. Я как бы с пулеметом бегал, то он пострелялся. Типа. Это обучение типа посмотреть, да. Раз у них рекруты, то пусть... Eliminate all of the terrorists. Так, и... У всех пинг, более-менее. У геймера вообще 200. У меня вчера пинг 300 был ночью. Я зашел, охренел, но потом отпустил. О, травка стала получше, когда текстуру сменил, надо же. Тут травка от текстур зависит, прикол. Ладно. Так, ну что, я думаю, с крыши начнем. Отличная идея. Прям тактика. Как тут забавно. Тактика года. Раз крыша, значит. А что, может, надо где-то бомбу поставить? Ну тогда лепи файер, лепи бомбу какую-нибудь. Я могу вот тут окно выбить нахер. Главное отойти. Давай. Лупи. Что, на счет? Раз. Давай, считай. Два. Три. Три. А что, где-то там? Ну ладно. Вот что-то тут поставить, чтобы окно пробить. Файер, сейчас будем. Отойди, отойди. Может, взрывом тебя разнести. Тут, кстати, эти самоубийцы ссаны есть, вообще бесит. Да, я знаю. Один готов. Файер, заходи. За тобой. Ой-ой-ой. Чё, на лестнице один. Все живы? Нет. Какая что-то офигенная. Я бы какого-то парня с розовыми кроссами грохнул. Да. Да это батл. Хопа! Взламывается. Взламывается дверь, и батяра заскакивает. Так, давайте все на нижний этаж. Они там. А, жопу! Там улица есть. Спасите. И все, и чечен залез. Ё-моё. Че это было? Это чечен взорвался. Они где-то здесь. 20 штук. Чё-то им хера. Блять. Граната! Не говорите, что я один остался, а? Да, ты один остался. Или соток спомнить с тобой, не знаю. Я сам. Не, он один. Тебя верю. Как всегда, остается самый трусливый, да? Смелый остался. Да вон это, стену бы прострелил сзади. Ну короче, внизу они сидят. Чечен один вот, зарос, самый толстый. А просто в толпоне смешиваться на чем внизу. Да. Чечен и хутощий там в комнате стоял. Чечен. Да, он взрывается, самоубивается. Да. Он вообще как он играл? Да нормально, еще бы цена была адекватная. Охренеть, как обычно сейчас. Если человек, можно, короче, ломать ближнему бою. На какую кнопку? В, вроде. В? Угу. Да. Прикладом где-то. Забавно выглядит, кстати, когда пулеметом херачишь по стене. Вон он, вон он. Еще попал. Живи, живи. А, бля, убивай. Все, сзади, сзади. Flashback away! Ебать, сам себя сыпишь, что ли?
Сейчас бомбы начнут взрываться, мне кажется. Да. Первая игра, где можно пострелять. Ну, блин, это еще карта тяжелая. Ну, я эту карту редко рубил. Мне больше нравится карта, где солнышко и домик белый. Просто карта слишком тесная. Не, мне ночной домик понравился. Неплохое начало проиграть ботом. Ну ничего, они просто сложные, нормально. Так, рейд матч, давай на 5 из 5. 10 из 10, прям, не кончик пальцев. Да, как Антон Логвинов. Кстати, интересно мнение Логвинова насчет сквада. Он, по-моему, говорил то, что заебись. Или Сиджи. Ну она вроде и так все здесь. Это лучшая игра вообще. А, ну да. Мне, кстати, Сидж напоминает Payday немного. Вот совсем чуть. Вот только в обратную сторону. Только тут нету масок, да? Вот. Графонистая. Кстати, я охренел с настроек. Текстур 6 гигов. Это DLC ультра текстуры. Пиздец. Только Сланбек по щитом бегает. А Сланбек, так, я за спецназ. Кстати, тут щит слишком имбовый. Ну хорошо. Ну в мультиплеере, скорее всего, потому что тут боты сразу стреляют тебе в стекло, и ты ничего не видишь. Просто абсолютно ничего. Я вчера с ботами один остался, стрелял из пистолета, слышал, как они не ориентируются, и в итоге они вышли на меня и грохнули. Вот это? Хотя я спрятался. Кстати, клёвый звук в этой игре. Да, звук хороший. Eliminate all hostiles. На это и расчёт, видимо. Ну да, на звуковую среду, чтобы как бы ты по ней ориентировался. А как же медленно ходит щит. Вот давайте через тоже пойдём. С третьего Unreal ещё начали, вот это Unreal Tournament 3 со звуком ебаться. Вот так вот это продолжилось. А тут можно через крышу спуститься, там стеклянные витрины есть. Она, кстати, это машинками покататься. Давайте, ребят, через крышу самое заебись, но не все только. Так, может мы это, там, типа разведка, все дела? Ну да, может. А то, по-моему, это вот сейчас вот первый пошел. Сейчас отхватит. Первый, да, пошел. Не-не-не, Солексон тут, Солексон пока что. Так. На втором этаже вроде никого. Так, езжу, пока помечаю. Давай, помечай. Только осторожно, они уже ломаются кому-то. У них можно прям промежно кататься вон справа. Пошла. Я так понимаю. Так, надо слезть в эту ночь. Опа, опа, опа. Отлично. Вот, я буду сзади, тебя надо прикрывать сюда. Так, один есть. Так, ну. Надо к топам пробиться. Следите за мной, что ли, не знаю. Так вот, ну ты со щитом-то да, о, кстати. А, кстати, да-да-да, пробей. Помню. Сейчас вниз спустимся, пацаны. Ну, отлично. Ребята, пришли! Сейчас, раз, два, три. Сняли его, да? Прыгай. Да вставай ты. Так. Ты там, кстати, это, смотри, там что по минам есть. Что-то фигут, ох, ёпта, это... 4, убил одного. Там еще миновые. Сейчас их разминирую выстрелами. Нормально. Ребята, увидел одного. В темноте стоит. Убит. Иду к вам. В другую сторону уже. Че там, ребята, все живы? Да, хрен знает, я ни хрена не вижу, меня слепили. Нам, походу, на третий этаж надо. Геймер жив, а вот фаер помер. Да я давно еще смертника поймал. Да? А, черт. Оба, сзади есть. Угу. Нету. Слышишь, самоубийца вот он идет. Осторожно, да. 7 осталось. Все нормально. Мы где-то наверху. Да-да. Не
где-то наверху. А можно услышать, ну-ка. Если ну-ка, может что-нибудь взорвать сейчас? Погоди. Если где-то пиздят, то... Ну, осторожно, своих не убьют. О-о-о-о-о, на втором этаже, Виктор Мэтик. Так, вот двоих снял. Вижу, через окно вылез. Вон один полез. Готов, убит. Прям контр-террористическая операция. Да вообще, трое остались. А, вон, это где? Это где-то... Вот, вот, еще двое. Убит. Во. Флешкой. Сфотографировал. Как в Call of Duty. Прямо. На, собака. Че, давайте третий раз против ботов и погнали к людям.